В этом году в Твери реализовано 26 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. В микрорайоне Южный прошел праздник по случаю открытия новой детской площадки на Октябрьском проспекте. Подробности смотрите в нашем сюжете. Эти кадры были сняты в феврале, когда жильцы дома номер 99 по Октябрьскому проспекту только приступили к реализации проекта по устройству детской площадки. Тогда развлечений у двойняшек Лены и Саши было не слишком много – горка и качели. Прошло меньше года, и малыши делятся своими впечатлениями от новой площадки. Самая любимая карусель. Ну, хорошая площадка. Да. А что ты любишь делать в песочнице? В куитике играть. А Вика уже школьница. Теперь все свободное время девочка с друзьями проводит, играя на новой детской площадке. Мы всегда с друзьями катаемся, кто быстрее, и на качелях очень сильно катаемся. У нас была не очень хорошая площадка, была вот тут и вот тут, она еще есть. А сейчас построили хорошую и очень мне нравится. Детскую площадку открывали в праздничной обстановке, с конкурсами и играми для ребят. В доме живет более 200 тысяч человек. Открытие полноценного детского городка ждали с большим нетерпением. Проект был реализован в первую очередь благодаря жителям, их активной позиции, их инициативе. Хочется отдельное спасибо сказать правительству Тверской области, потому что программа в первую очередь реализуется благодаря их поддержке, софинансированию. Жильцы этого дома говорят, что программа поддержки местных инициатив – отличный повод объединиться и реализовать проект, который нужен и важен для каждого жителя. Наши ожидания оправданы полностью. У нас три зоны – зона для малышей, зона для среднего возраста и зона для воркаут, площадка небольшая. С 2016 года программа поддержки местных инициатив дает жителям возможность благоустроить свои дворы. В этом году в Твери реализовано 26 проектов.